Всем добрый вечер. Ну что, мы с детками уже нашими заходим домой. Они гуляли здесь в своем маленьком выгуле, потому что мне пришлось сегодня всех моих малышей перемыть, так как мы гуляли во дворе, и я не увидела, что они полезли под кусты, где течет вода. И они были все ужасно грязные, все были в грязи. Такой, что я была в шоке. Поэтому пришлось их всех перемыть. Теперь они все красивенькие, чистенькие, расчесаны. Просто классные деточки. Поснимала с ними видео. Выше выложу, чтобы каждый мог посмотреть на нашу красоту, милоту. Возможно, кто-то ищет именно такую милоту. А пока буду угощать их опять вкусняшками, пускай они погрызут и уже будут ложиться отдыхать до завтра. Ну, потому что уже вечереет, они у нас еще маленькие, спокойной ночи, малыши уже прошли, поэтому пускай они тут будут и ложатся спать. Завтра снова гулять на улицу и дышать свежим воздухом. Наслаждаться жизнью и ждать свои семьи. Кого интересуют малыши, Йорка и Шпица, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады помочь с выбором, подсказать, рассказать, все проконсультировать. Все, всем спокойной ночи. А мои детки будут наслаждаться грызть. Уже хруст такой стоит. Мои сладкие, на здоровье.